Всем приветик от мадагаскарских тараканов. И вот, собственно, вот эта колония завтра опять будет чиститься. Опережая хейтеров, скажу, уборка у них каждые 3 дня, но вот они умеют какать как-то, блин, так. Я сегодня в связи с теплым днем последние вот одуваны им принесла. Там на улице даже мошки и мухи летают. Да, там прямо Ташкент, 10 градусов тепла. Поэтому у товарищей есть шанс, оба там уже поперли, последние одуванчики отведать до морозов. А то их потом все равно морозом-то побьет. Поэтому вот я нарвала сколько смогла. Сейчас они активируются. И тут нифига себе. А тут бои. Тут уже все. Тут началось. Тут крутой мужик с рогами. Выяснял только что отношения. Солнце, там всем хватит. Покажись. О, красота. А тут еще один крадется. Подкрадун, сейчас подерутся нафиг. Ой, мужики, они такие. Одно бодаются, выясняют, у кого усы круче. Да молодежь сейчас вся повыползает. Я им лотки не покупаю от яиц. Всякие коробки. При засирании это потом все выкидается. Коробок в море. Так что никто не обделен. Вот молодежь уже поперла. Так что сейчас покушают, побалдеют. Перед зимой, так сказать. Тут он мелкий, он уже вон присоседились. Детвора. Колония, кстати, стареет. Уже много умерло от старости. Так что буду молоди побольше оставлять, чтобы восстановить колонию. Короче, как-то так. Ну, все рано или поздно стареет. Это нормальное явление на нашей планете. Так что цикл жизни такой. Куда деваться? Нямочка, да, какая? Да, кто не в курсе, больших у меня никто не ест. Мелких активно год как бы кушали паучки молодые, юные парахибаны. Но так как сейчас колония на убытке, так сказать, будем восстанавливаться, никто уже никого не будет есть месяцев 5-6, чтобы колонию полностью восстановить. Так что передышка в поедании будет молодежи. Так что вот этой молодежи ничего не грозит. Да, они будут расти и превращаться в больших красивых тараканов. Так что пожелаем им аппетита. Пусть кушают. Нарудуют, как кузнечик. Вот так вот. Опа-опа, слоями-слоями. Это очень вкусно. Прям вообще. Кстати, там есть таракан под микроскопом. В плейлисте с таракашками. Кому интересно, заходите. Там такая монстрятина получается. Ух! Да-да-да, без микроскопа как бы не чуток. Да и пауки там под микроскопом тоже есть в соответствующем плейлисте. Заходите, смотрите.